это какое-то согласованное мероприятие? Да. Согласованное. Да. Они обязаны. Все равно мы страшные. Почему молодых людей не привлекаете? А вы на что? Вот мы случайно, мы просто учимся вот здесь. Мы привлекаем, они не привлекаются. Просто приезжали, очень интересно стало. Телевидение, это все. Приходите к нам. А что у вас, организация какая-то? Республиканская партия, движение солидарности. Приходите к нам. Интересно. Записывайте телефон, подадим. Так можно записать, на самом деле? Просто очень заинтересовал. Или у вас какая-то визитка есть? Нет, у вас есть газеты какие-нибудь у вас? Люда, подойдите, она вам даст свой телефон. Там же координаты. Люда, Люда, Люда. Все равно. Ладно, телефон. Ну, скажем, в общих таких понятиях, да? Ну, вы себе представляете? Нет общих понятий. Вот нет общих понятий. Подождите, любовь к родине – это что? Любить и гордиться тем, что вот мы имеем, или хотеть сделать лучше? Я с вами не спорю. Вот где больше-то? Человек спрашивает. Да, я с вами не спорю. Я, в общем, разделяю, в принципе, ваше мировоззрение. То есть я не коммунист и не социалист уж тем более. Поэтому я просто и вас хочу узнать вашу точку зрения. Значит, все, что касается любви к родине, написано... А вы от имени России, что ли, хотите говорить? Почему вы говорите «Россия» говорит? Это говорит та часть, граждан России, приведенная часть граждан России, да, которая разделяет, разделяла политику правозащиты. Скажите, тогда определенная часть граждан России, почему вы так говорите, что Россия говорит? А потому что в том-то и дело, нет, Россия говорит. Именно что Россия... Спросите тогда, за что спасибо. Она для Англии сделала очень много, а для России... И для России, и для России тоже, в том числе. Она сделала ошибку, что она сделала много. Скорее всего, она больше навредила России. Чем, простите? Чем, простите, она... Стране, я имею в виду не Россия, а стране. Стране? Которая тогда была, она больше... А тогда бы Советский Союз, страна тогда осталась. А вот государство Советский Союз не стало. На мой взгляд, она больше навредила. Да, была. Это понятно. Это понятно. Наличие дискуссий – это правильно. Это правильно. Это одна из целей нашего... А почему Россия говорит? Да, нормально разговаривать. Цели нашего пикета. Че это вы тут за всю Россию? Ну, мы тоже есть Россия. Я и говорю, мы тоже граждане России именно. У Марины Ивановны Цветаевой? Нет, у Платонова. Без меня народ не полный. У Платонова. О, какие люди в Голливуде, аппаратчик нельзя было. Шел бы ты там, милиционеры спрашивают, они говорят, шел бы ты, дед, домой. Так надо позвонить ему, позвонить. Нет, ну я думал, там найдешь. Ладно, ладно, все, цветы положим. Уберите плакат. Да. Нет, когда половина достоит, потому что... Половина чего? Ну, если вам надо будет...